Human Design. Как прожить в гармонии с собой и окружающими? Human Design – это мощный инструмент для понимания себя и своих отношений с окружающими. Изучив свою карту «Дизайн человека», мы можем научиться принимать решения, соответствующие нашей истинной природе. Проще говоря, «Дизайн человека» помогает определить свои сильные и слабые стороны, а также то, как вы взаимодействуете с окружающим миром. Изучив свою карту, вы сможете понять, почему определенные ситуации или отношения могут быть для вас сложными. Кроме того, с ее помощью можно выяснить, что делает вас уникальным и как лучше использовать вашу индивидуальность в реальной жизни. Дизайн человека использует особую карту, которая называется бодиграф. Этот бодиграф строится на основе даты, времени и места рождения человека, который показывает его индивидуальный энергетический тип или дизайн. Можно считать, что это его жизненный план. Каждый дизайн имеет свой набор характеристик. Самые важные из них – это стратегия движения по жизни и способ принятия решений. Ради интереса посчитайте, сколько решений вы принимаете каждый день. Большие и маленькие, они все важны. Что поесть, как одеться, с кем повстречаться, где работать, пойти в кафе или кино. Вся наша жизнь состоит из набора решений. Каждый день, день за днем, мы принимаем эти большие и малые решения. И ваша карта описывает, как именно вам правильно это делать, исходя из ваших сильных сторон. Эта информация дает ценное представление о том, как мы взаимодействуем с окружающим миром на сознательном и подсознательном уровнях. По своей сути, дизайн человека – это обучение правильному использованию своих врожденных качеств. Дайте нам знать, что эта тема вас зацепила. Поставьте лайк, оставьте комментарий и подпишитесь на канал.